Этой зимой на улице, ну, сломался у меня вот такой фонарь. Был он вот на ножке, и вот так вот стоял он. Но когда были сильные морозы, фонарь задели вот так вот, и он отвалился, вот сломался. Что мы сделали? Вот патрон. Вот в держатель. Вот он, держатель этот. Вставили болт. Законтрили его. И расположили штатный стакан. Вместо этого силуминового безобразия взяли старый фильтр от автомобиля, масляный. Отпилили. Внутренности выкинули. Просверлили два отверстия, один под болт для крепления. Так как металл здесь не очень толстый, мы на низ ставим шайбы. Мы поставили. Теперь надо законтрить вот такой штукой. Теперь всю эту конструкцию собираем. Теперь нам надо одеть вот этот стакан. Металл здесь тонкий, вот, мы ставим сначала большую толстую шайбу. Вот. В ней просверлено отверстие тоже для проводов, чтобы они не мешались. Вот. И теперь одеваем. Мы сюда вставляем еще пару маленьких шайбочек. Вот у нас получился фонарь в сборе с крепежным стаканом. Вот наш штатный столб, на котором стоял фонарь. Это электропроводка, она выходит из него. Сейчас мы подсоединим электрическую часть. Вот подсоединили мы электрическую часть. Опускаем ее в столб. И насаживаем. Теперь осталось здесь просверлить отверстие и закрепить саморезом. Вот и все. Вот как-то так.